В США массово отключился интернет. Произошло массовое отключение интернета из-за проблем с сетью телекоммуникационной компании CenturyLink. В нескольких штатах США произошло массовое отключение интернета. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Associated Press. Отмечается, что связано это с поломками в телекоммуникационной компании CenturyLink. Со сбоями столкнулись пользователи от Нью-Йорка до Калифорнии. По словам представителя Американской Федерации, комиссии по связи Джессики Розенвалсин, сбой наблюдался у пользователей по всей стране, и по этому поводу должно быть проведено расследование. Специалисты пытаются наладить работу сети. Ранее сообщалось, что более половины жителей Земли получили доступ к интернету. Названа дата глобального сбоя в интернете. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.